Иначе. То есть, после того, как ты убил потерпевшего Васильева и завладел его деньгами, ты решил спрятать, естественно, оружие преступления. Пошел-то, я никого не нападал и никого не убивал, не грабил. У тебя на меня доказательств нет. Ах, у меня нет доказательств? Да. То есть не покажешь, где спрятал оружие? Пошел ты. Ага. Хорошо. Я прошу камеру поближе. Вот это что такое? Это подстава. Ах, подстава. Это ты прокурору будешь рассказывать про подставу. Пальчики твои там есть. И никуда ты, дружочек, не денешься. Стоп. Есть.